Всем привет, ребятка. Вот мускари или мышиный гиацинт. А мышиный гиацинт называется потому, что мышка, когда созревает семена на мускариках, мышки разносят семена по всему участку. У нас то там растут эти мускари. Мышки постарались. Красивые мускари. Разводятся мускари луковицей. Это многолетнее растение. Цветы многолетники. Желательно делить куст раз в 5 лет. Ну, у нас так не получается. Когда загустел куст, жена его делит. Или же он сам делится. Пускай растут. А то красиво. Да? Мускари или мышиный гиацинт. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.